Женщина дает объявление. Ну, сейчас ищу богатого мужа, чтобы налево не ходил, меня не бил. И чтобы в постели, чтобы меня хорошо удовлетворял. Ну, сейчас проходит неделька, вторая неделька, никого нету. И раз звонок в дверь. Она подходит к дверям, смотрит в глазок, никого нету. Оборачивается, заходит. Раз минута не проходит, снова звонок. Она опять подходит к дверям, смотрит, говорит, видно, дети балуются. Только хочет обернуться, еще раз звонок. Она смотрит в глазок, никого нету. Открывает дверь, смотрит, сидит мужик на чемодане, без ног, без рук. И ей говорит, здравствуйте, я по объявлению. Эта женщина говорит, по какому объявлению? Ну вот, вы искали мужа, чтобы налево не ходил, нету у меня ног. Чтоб вас не бил, нету у меня рук. Богатого ходили, видите этот чемодан? Она говорит, да, это полными деньгами чемодан. Ну как вы, согласны? Она посмотрела, говорит, вы знаете что, дорогой вы мой, там еще был один пункт. Он говорит, какой пункт? Чтобы я в постели осталась бы довольной. Он на нее посмотрел, говорит, дорогая ты моя, а как вы думаете, чем я вам звонил?